Климатические инициативы занимают видное место в манифестах всех политических партий, которые примут участие во внеочередных парламентских выборах во Франции. Ультраправое национальное объединение выступает против всех ограничительных мер в борьбе с изменением климата, от которых могут пострадать французы. В своей программе партия отдает приоритет ядерной энергетике, делая упор на инвестиции в мирный атом, а не в возобновляемые источники энергии. Que nous souhaitons, c'est tout simplement un moratoire sur les nouveaux chantiers d'éoliennes pour encore une fois eh bien, relancer le nucléaire et pour arrêter avec ces énergies intermittentes qui ne produisent pas suffisamment d'électricité pour nos concitoyens. Развитие ядерной энергетики поддерживает и правящая коалиция, которая пообещала построить 14 новых реакторов для обеспечения энергетической независимости Франции. Il faut qu'on mise sur tous les leviers à notre disposition. Ça veut dire massivement les énergies renouvelables, parce que c'est tout de suite. Mais ça veut dire le nucléaire, parce que la transition écologique, elle ne s'arrête pas dans 5, dans 10 ou dans 15 ans. Коалиция с наиболее радикальными экологическими мерами – это левый новый народный фронт. Борьба с изменением климата стоит на первом месте в их повестке дня. В манифесте содержится призыв к принятию нового закона об энергетике и климате, согласно которому экоцид будет приравнен к преступлению. On est bien seul à le porter et on le fera tant que ce sera nécessaire. Parce que même pour ceux qui disent « je m'en fous des abeilles, je m'en fous des oiseaux », en fait, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que sans pollinisation, sans biodiversité, alors il n'y a pas de survie humaine possible, il n'y a pas d'alimentation possible. Первый тур внеочередных парламентских выборов во Франции пройдет в воскресенье 30 июня.